Здравствуйте, уважаемые коллеги! Многих из вас заинтересовал технологический прием «Волшебная труба», который я использовала для создания задания по математике для устного счета в сборнике дидактических игр. Сегодня я расскажу алгоритм выполнения этого технологического приема, а также где, на каких уроках и на каких этапах урока можно использовать данный прием. Для выполнения этого приема нам понадобятся следующие возможности и инструменты программного обеспечения Smart Notebook. Это захват экрана, а также расположение объектов на переднем и заднем плане. Итак, начнем. Для того, чтобы выполнить этот прием, нам понадобится разбить слайд на две части разного цвета. Выбираем инструмент прямоугольник и закрываем им правую часть нашего слайда. Заливаем прямоугольник любым цветом, ну, например, синим. Тип линии также синий. Чтобы выполнить рисунок трубы, нам нужно будет скопировать нарисованный в PowerPoint с помощью автофигур цилиндр. Я его нарисовала, скопировала и вставила в ноутбук. Это наша с вами волшебная труба. Задаем ей размер, большой или маленький, такой, какой вам нужно. А затем с помощью инструмента захват экрана фотографируем часть трубы. Вот эту. Затем мы подгоняем эту часть трубы так, чтобы она совпала с основной частью трубы. Наша труба готова. Напомню, она состоит из основной части целой и части, которые наложены друг на друга. Затем с помощью инструмента текст мы с вами записываем задание, которое хотим дать детям. Ну, в моем случае это число, допустим, 47, увеличенное на 1. Рядом пишем ответ 48. Затем числу 48 ответу задаем фон, цвет, извините, белый, для того, чтобы скрыть его на белом фоне. Задание готово. Теперь нам нужно с вами задать всем объектам на этом слайде свой порядок. Начнем с числа 47. Задаем порядок на задний план. Затем задаем такой же порядок основной части трубы. Затем задаем порядок на передний план, передней части трубы. В данном случае он у нас уже задан. И задаем порядок на задний план, правой части нашего слайда, то есть синей части фона. Слайд готов. Ребята, увеличьте 47 на 1. Ребята отвечают, а для того, чтобы проверить, мы пропускаем число 47 через волшебную трубу и получаем ответ 48. Посмотрите, пожалуйста, без трубы это выглядит так, а труба задает игровую занимательную форму для проверки нашего задания. Где еще можно использовать данный прием? 47 плюс 1 равно, а число 48 ответ у нас уже задан белым цветом. Затем, чтобы было видно пример на синем фоне, давайте изменим его цвет, сделаем его черным. Ребята отвечают. Для проверки мы пропускаем пример через волшебную трубу и видим на фоне на синем не только ответ, но и пример. То же самое можно выполнить, например, на уроке русского языка. Словарное слово «мороз». Безударную гласную «о» мы делаем невидимой, белого цвета. Ребята записывают слово, вставляют букву, а для проверки мы пропускаем слово через трубу и видим правильный ответ – безударную гласную «о». Также этот прием можно использовать и при проверке следующее задание. Образуйте от глагола «пищит» глагол множественного числа. Ребята отвечают. Для проверки пропускаем
через волшебную трубу и видим ответ исчез. Уважаемые коллеги, поделитесь, а где бы вы могли использовать этот прием? На каком этапе урока в своей предметной области? Большое спасибо за внимание. До новых встреч!